Цистерна прицеп с бензином перевернулась в поселке Забадам. Чрезвычайное происшествие произошло в половине шестого вечера рядом с 84-й школой. По одной из версий, бензовоз наехал на огромную яму, когда пытался совершить поворот. В результате цистерна с топливом опрокинулась, а кузов марки КАМАЗ остался на колесах. В результате дорожно-транспортного происшествия на землю вылилось около полутонны топлива. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и пожарных. Огнеопасная лужа была залита специальной пеной. Место происшествия оцепили. В чрезвычайном происшествии никто не пострадал. Инспектор выясняет точные причины аварии. В Шымкенте полицейские задержали несостоявшегося автоугонщика. 17 марта текущего года, примерно в 17:20, в дежурную часть абайского отдела полиции Управления внутренних дел города поступило сообщение об угоне автомашины марки «Мерседес» в микрорайоне Самал-3. Спустя несколько минут полицейские заметили похожую машину на одной из улиц в этом районе города и приняли решение проверить его. Но неожиданно водитель автомашины не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с иномаркой «Нексия». Я подъехал к магазину в микрорайоне Самал-3, заглушил двигатель, вытащил ключи и не закрыл на замок дверь. Спустя несколько минут выхожу на улицу и вижу, что моя машина уезжает. Я сразу же позвонил на пульт 102, сел в попутную машину и поехал за угонщиком, но он ушел далеко. Спустя несколько минут я добрался и увидел, что моя машина столкнулась с другой. На месте происшествия был задержан подозреваемый 1988 года рождения, житель Сарагашского района. В ходе предварительного следствия установлено, что 28-летний подозреваемый угнал припаркованный «Мерседес», воспользовавшись запасными ключами, найденными в салоне авто. Подозреваемый свою вину не признает. «Мерседес» не этот, ма? Мой этот «Мерседес»? Камера там? Другой не? Я не угонял авто, я даже не сидел за рулем. Хозяина данной автомашины я не знаю. Я просто проходил мимо, а меня задержали полицейские. Я даже и не пил. Согласно заключению экспертизы, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится досудебное расследование. Из-за непристегнутого ремня безопасности на пересечении проспекта Рыскулова и Кунаева была остановлена автомашина «Шевроле Круз», которой управляла женщина. Просьбу инспекторов дорожно-патрульной службы предоставить правоустанавливающие документы на авто было ей проигнорировано. Имеется при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортным средством, страховой полис. Предъявите, девушка. В ходе проверки машины в присутствии двух понятых выяснилось, что документы на транспортное средство отсутствуют. Страхового полиса на авто также не было. Зато были обнаружены документы на автомобиль совершенно другой марки. Авто было водворено на штрафстоянку. Водитель была отправлена на медицинское освидетельствование. Жүргүзүүчүнө наркология сараптамасына апарылды. Толугумен каны мен жана заресин өткүздү. Алайда артынан көлік құралын тіркеу куәлігін автокөлікке тиісті белгісіз азамат әкеп берді. После того, как девушка прошла медицинское освидетельствование, ее документы, свидетельство о регистрации транспортного средства и временное удостоверение на управление автомашиной привез мужчина, отказавшийся представиться. В результате был оформлен административный протокол по статье 612, пункт 1. Любительнице управлять автомашиной без правоустанавливающих документов придется выплатить внушительный штраф.